Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем проходить DayZ. Мы находимся... Где мы находимся? Как это называется место? Мы находимся... Короче, мы находимся знаю, при смерти. Потому что Джек у нас сейчас только что чуть от голода не помер, но мы ему нашли вон там вон жратву. Почему мы это не снимали? Потому что мы думали, что нас убьют сейчас. Ну, вроде все неплохо получилось, и сейчас мы уже в состоянии двигаться куда-то дальше. Сегодня я уставший вообще просто в дровину, в нулину, а Джек у нас свежий, поэтому сегодня я буду ходить кругами, он будет надо мной глумиться. Так что веди меня давай, у меня голова вообще квадратная. Так, сзади зомби к нам подходит. Подходим. Ну, вот там вот мы были, вон там ангар, в котором мы не были, но там вроде как... А там, кстати, никого нету рядом с ним. Может, к амбару сходим? Да. Давай попробуем. Хотя вон вдалеке кто-то стоит, по-моему. Да, он ходит, тварь. Да, сходим. Кто-то пишет в чат, где же мы, а то больно лут у вас хороший. Вот. У нас хорошего... Если даже он сейчас нас убьет, то я просто посмеюсь ему в лицо, потому что лута у нас нет вообще никакого. Просто пусть выкусит. Кстати, что у меня есть? У меня... Патроны для винтовки, один бинт, одно болеутоляющее, и фляжка с водой полная, пустая. Ты, кстати, пить не хочешь? Ну да. Нет, я попил, у меня была содовая, и сейчас еще одна есть. Давай тогда так, поберемся. У меня 7 патронов тут, и 3 патрона во втором магазине, по-моему. Я попробую туда пролезть, а ты, если что, полежишь тут, будешь меня прикрывать? Я хочу на эту Давай. Авантюру сходить. Так, я сейчас поползу. Только трава эта дурацкая, блин, тут ничего не видно, надо приложить ее сначала. Ой-ой-ой, со всех сторон. Блин, надо как-то уже, я не знаю. Сервер реалистик, поэтому тут от третьего лица у нас не получится. Но я хочу сползать. Да. Что за зомби было? Прикинь, побежал, взял, упал. Может, в него стреляет кто? Нет. Справа зомби, слева идет. Зомби, я очень опасно иду, я себя спрашиваю, на кой хрен я это делаю, но у нас слишком мало... И они, блин, ко мне, главное, двигаются-то. Но они мигрируют всегда в направлении игрока, как-то они чувствуют, что ты тут находишься. Даже если ты просто на опушке будешь лежать около города, то они постепенно будут в твою сторону двигаться, долго не полежишь. Я уже сколько раз заметил. Так, вроде пока что спокойно. У меня что-то экран какой-то обесцвеченный, хотя на самом деле крови у меня 10 с лишним тысяч. А когда у тебя на 1000, по-моему, или 1500 убавляется, тогда начинает экран сереть. То есть у меня он почти бесцветный уже. Тихо. Так, давай, родной, ты почти смог. Я почти смог, но с той стороны что там? Ходит зомби. Сейчас он пройдет дверной проем, и я заползу внутрь. В шапке-ушанке? Нет. Ну не знаю, ой, может. Ой, там еще один. Короче, их там двое. Так, а где тот, который тут справа? А, он. Ой, бежит. А, посмотри назад. Подожди, мне сейчас не. Тебе будет... один медленно идет. Ко мне много кто идет. Давай. Ладно. Еще один сейчас забежит. Откуда ты вошел? Так, одного грохнул. Пока вроде больше нет. Да блин, никого. Человек ашуты сегодня так. Второго грохнул. Сейчас еще прибегут, вот попомни мое слово. Как они меня заметили вообще? Блин, слишком ярко они меня видят. Пока нету. Так, но они потихоньку начинают сходиться к ангару, так что давай быстрее там свои дела делай. Так, здесь еще я кого-то слышу. Я, во-первых, подбираю патроны для чезита. Давай, вижу тебя через дырочку. Так, взять. Патроны для чезита — это всегда хорошо. Да. А если люди сейчас, сидя перед экраном, ну, и смотрят, думают, почему я не стрелял в зомби, то один раз я, Артур уже попробовал здесь выстрелить со снайперской винтовки. Не и надо. Только он и я знаем, чем это все закончилось. Больше не надо. Да. Только не такое. Так, ко мне, по-моему, с той стороны. Там оружия нет? Ой-ой-ой. Блин, на кой хрен я такой диверсант, а? Меня же сейчас сожрут. К тебе какой-то ползет. Да здесь внутрь не... сейчас зайдет, с другого прохода. Да внутри уже есть. И еще один ползет. Тихо.
Тихо, ребята. Может, они... Блин, все. Все, они меня заметили. Так, мне нужно... Вот те, которые внутрь залезли, двое. Больше никого нету там. Так, да все нормально будет, я справлюсь. Только у меня патронов после этого будет не так много. Так, он... Ты, кстати, на среднем уровне ангара за сеном проверяй нычки. Так, ползуна я убил. Тот здоровый застрял в стене, и пусть так и будет, меня это устраивает. Так, по крайней мере, у нас есть патроны для снайперки. Если что, и тебе, и мне по магазину, я два магазина нашел. Ага. Побольше тут ничего нету. Ну, в принципе, это полезная вещь. Единственное, но что вот если ты сейчас выстрелишь, то со всей округи вообще прибегут. Со всей. Все, кто только можно. Кто стрелял? Стрелял? В натуре же кто-то стрелял. Я думаю, это ты можешь что-то. Так, я поднимаюсь. Нет. Поднимаюсь в ангар. Подожди, а там я смотрел, нет? Кто-то стрелял. Да, я знаю. Причем близко ко мне. Да, у меня это было откуда-то слева. Но я вижу только зомби. Блин, окошко бы пониже было. Куча сейчас зомби приближается ко мне. Так, здесь канистра, но я ее брать не буду. Потому что... У меня есть еще стреляли. Еще стреляли. Вот сейчас я уже не слышал. Вот сейчас уже я слышал. Стреляли, причем из винчестера. Я уже по шуму узнаю. Так, я ползаю к тебе. Мне что-то неохота снизу. Путь отхода, через который ты пришел, чист. Так, все, я по-быстренькому валю. Я надеюсь, тот зомби, застрявший в стене, ко мне сейчас не побежит, потому что не хотелось бы его убивать. Слева только ползунчик в ушанке будет метрах в 70 от тебя. Это ладно. Так что ползи прям ко мне, напрямую. Чтобы мимо него пройти. Вдалеке два. Блин, эти... Тихо, тут игрок с винчестером, сейчас в ангар залезет. С другого входа ниоткуда ты был. Так, ты пали, короче, вход. Если он начнет меня целиться, вали его нахер. Не будем разбираться, свой, чужой. Да, все, слежу. Если он выйдет из ангара, то я сразу говорю, у него, кстати, рюкзак чешский и винчестер, как ты правильно заметил. Ой, блин. Ой, к тебе зомби. Так, все, похоже, придется убить этого говнаря. Ну, я думаю, ты понял, о ком я говорю. Да, давай беги ко мне. Вот так вот и становятся бандитами. За тобой зомби бежит. В светлом. Ничего, убьешь? С этим я справлюсь. Да твою мать. Вот эта анимация, быстрее бы переработали. Так, сейчас мне придется лечить кровь. Так, он меня сейчас может снять. Блин, он там из дома выглядывает. Он с винчестером. Нет. Поле окошко наверху. Вполне возможно, что он оттуда... Только что посмотрел туда. Так, это у тебя телефон? Нет. Он там в кого-то стреляет. Это ты? Нет, это он. На него зомби там сейчас бегут. О, да, все, они уже бегут туда. Стреляй только в принципе, в я мог, когда случае. Он еще так... Да, я говорю, что у меня была возможность выстрелить, когда он только к ангару подходил, когда ты ко мне полз. Так, к нему еще один туда полез. Но я все-таки в самом крайнем случае буду стрелять. Нет, просто я думаю, только сейчас его убьют. У меня почему-то в чате не пишут, как кто там присоединился или как кто-то умер. Сейчас нам напишут, что игрок такой. У меня тоже сейчас ничего нету. Может, это подправили, кстати говоря, это хорошо, потому что чат не отвлекает уже. Это возможно. Ты палишь ход? Я вообще особо не присматриваю, честно говоря, я думал, что ты. Но опять к нему внутрь кто-то что полез. К нему еще идут. И еще один. Ой, к нам. Если у меня сейчас там. Нет. Это к нам? Это... Чё к нам? К нам бежит. Откуда он где? Бежит? Вон он стоит. Левее от ангара. И встал. Вижу, но он стоит, он не бежит. Но он в нашу сторону бежал.
Я вообще за деревьями. Так, игрок LifeXZ отсоединился. Возможно, это... А нет, он стреляет еще. И еще. Блин, я да просто... Этот-то что встал? Ты видел скин у него какой? У него скин бандитский, нет? Он был в темном, но вроде не бандит. Чешский рюкзак, винчестер в руках. К нему еще паузер. Полз туда. Так аккуратненько. Блин. Да. С одной стороны, хорошо, что не мы патроны тратим. Блин, вот если бы я сразу знал, что он как бы дружелюбный, или там кто-то бы из наших был, мы бы вообще без базар туда пошли ему помогать. С нашими-то Но патронами? Пока. Я не уверен. Да какая разница, да смотри, блин, патроны, не патроны, сколько все у него дело патронов? наживное, в принципе. Офигеть он. Не знаю, мне охота его грохнуть, но, блин, я как-то не хочу просто, если бы он был бандитом, я бы его без разговоров грохнул. А так, Да, тут живет. но скин у него был вот, ну, я рубашка темная, темная, это могу жилетка. Сказать, что у меня человеколюбие к этой серии уже все ушло куда-то. После того, как нас убили, я как-то особо не хочу присматриваться. Да. Друг, враг. То есть, если не бандит, то его просто на прицеле буду держать. Чуть-чуть дернется, я его пристрелю. Если бандит, то сразу без разговоров валить вообще нахер. Да. Так. Тут все сурово. Либо ты их, либо они тебя. Я думаю, уходить Ну, он надо. Все еще там, по-моему. Да, он там, и я думаю, сейчас либо кровью истечет, либо что. Я думаю, он боится выходить, потому что я же тут отстреливал зомби. Он слышал это. Может, пойдем? И получим пулю Куда в спину? пойдем? Сначала нам Ты где нужно... вообще? Я рядом с тобой где-то. Ты правее от меня? Я левее от тебя, по идее. А, левее. Я за деревом прячусь. Так, короче... Я тоже. Знаешь, айда отходить к тому месту, где мы, собственно, сначала словились у кустиков, помнишь? Я у кустика ага. Тебя ждал, когда заходил. Тихо. Ой, блин, вон же ты. Ага. Так, ну-ка давай-ка лезь обратно, там опять стрельба идет. Еще, да, еще. И поэтому я к нему еще бегут. Вот люди, суровое выживание у DayZ. Или кто-то говорит DayZ. DayZ правильно, но как-то, блин... Еще ползут. Там не только ползут, к нему только что... Во-во, он вылез, его сейчас убьют. Он бежит к нам. Смотри ему на скин, у него кровотечение. Так, не трать. А. Я не стреляю даже, я слежу за ним. Да, у него обычный скин. Он Раз, отходит. Два, три. У него кровотечение, стреляет. Так, все, уходим, короче говоря. Сколько там зомби? Выживет, не выживет, это уже не наша проблема. Там 4 зомби. Или может грохнем их? Он... Подожди, подожди. Он не бандит, по идее. Он внутрь бежит. Может, он ждет кого? За ним еще гонится. Еще, еще. Да, он бежит медленно. Перезаряжается. И еще. Давай пока последим. Пока да, нас блин, не видят, последим лучше. Он сейчас к нам сюда их приведет. Нет, он даже не знает, что мы здесь. Ну что, прям тут. Он отходит, стреляет. У него кровотечение, ему перевязаться, но ему некогда, потому что он их отстреливает. Еще одного убивает. Их трое уже осталось. Двое. Нет, четверо их. Уже трое, наверное. Еще минус один. У него прям кровь там хлещет фонтаном. Я не могу за этим следить, я его прикрою. Это ты? Да. Там еще один бежит. Снял. Так, все вроде спокойно. Держи его на прицеле, я к нему подойду, поздороваюсь. Держу. Давай. Он тебя не видит даже. Смотрит по сторонам. Отходит, отходит. Так, вроде. Так, что ему может понадобиться? Вроде крови не истекает. Ладно, все, я отхожу обратно. Все, помогли ему, у меня моя совесть чиста. Держи его пока, я что-то не особо уверен в его дружественности. Блин, нафиг я на него 3 патрона потратил, а? Ой, он в другую сторону вообще смотрит.
Ну, я думаю, он мне благодарен за то, что я ему жизнь спас. У меня прицел у него на голове прям. Слева от тебя один зомби достаточно близко. Так, все, ладно, уходим нафиг. Вроде бы не нужно было этого делать. Ну, как-то, блин, не мог я. Его убили бы сейчас уже нахрен просто. Просто убили бы. Ну да. Так. Ну не знаю, кто-то нам к нашим близким. Блин, вообще пишет, что. Сижу тут. Многие, не знаю даже, как назвать этих людей, просто говорят нам, чтобы мы оскотинились и начали бегать и убивать всех подряд. Ну нет, это неинтересно, это, по-моему, самое худшее, что есть. Что... Так, он так. К нему опять бегут. Да он что опять выстрелил в кого-то. Да ему капец, короче. Не, он... вот сейчас мы ему точно не поможем, потому что там весь респ зомби появился заново. Да. Так, куда идем? Он за дом, я его... Кстати говоря, давай я тебе отдам одну обойму, да, для винтовки. Вот тут вот у нас более-менее такое вот место. Вот не в кустах, вот здесь вот. Так, выложил. Закрыть. Она... Блин, а где она? Я точно выложил? А, вот-вот. Ну да, я ее выложил. Да, ты прям на ней сидишь. Отойди, пожалуйста. Все поднял. Блин, погода, конечно, такая хорошая сегодня. Я уже, честно говоря, соскучился по вечеру. По ночной, но, блин, да, нам палевно. Нам сначала, конечно, что-нибудь найти получше. Так, а давай. Ты у него ник не посмотрел? Хотя он вроде... А, тут же хардкор. Тут хардкор, тут не посмотришь. Он там нет. Неважно, главное, что он вроде мирный, а сейчас мы, знаешь, мы как-то должны обойти вот это вот поселение, нам же туда, в ту сторону, а мы хотели двигаться. За него куда-то. Да, вот туда как-то. Но вот если мы сейчас по лесу пойдем, то мы придем опять к зомби. Поэтому нам нужно чуть правее вон туда взять. И оттуда обойти, большой такой круг сделать. Как сможешь? Ты, кстати, время на серию засекал? Да нифига не засекал, потому что мы уже там отсняли, потом... Короче, я бегу вот потом к, этой, мне надо было есть, вот, к этому деревцу хвойному. Добегая до него, потом, собственно, жду, когда ты добежишь. Бегу я. Так, я добежал, сижу, жду. Вон ты бежишь. Кстати, антенна, которую я видел, это нифига не та антенна, на которой я был. Я думал, что она только одна. Так, сиди тут, теперь я вам добегаю, блин, далековато, конечно. Ну, вон до тех, вон кустов. Правей, правей бери, правей бери. Ладно, вот, блин, я не знаю. Короче, я прям до дерева добегу, до этого большого. Ага. Потому что вроде тут вокруг него достаточно спокойно. Блин, обидно будет, если тот чувак умрет. Так, все, беги. Бляха. Мы около дороги находимся, надо быть осторожным тут, по идее. Но зато с этой дороги... не, не заблудишься. Да, вон туда, наверное, так вперед сейчас будем передвигаться. Так, что хотят за населенный пункт? Давай посмотрим, или нет вывесок-то. Так, что, по дороге идем туда? Даже нет. Блин, компас был. Просто вот один компас был бы, и да. Я бы сразу уже был гораздо проще понимать, где находишься. Нет, я думаю, вон туда в лесок пойти. Там оградка, может быть, есть даже вышка, на которой обычно патроны респятся, всякие оружие. Я там тогда М16 нашел, когда не записывали мы. Но я ее не смог взять, потому что у меня был Ленфилд, блин, с тремя обоймами, то есть 30 патронов чистого ада для так, зомби. Но, я, короче, к дереву побежал тогда туда, к катушке. Вон там дерево одинокое. Я давай, понимал. Давай. Давай. Так, я пока сзади осмотрюсь. Бежим, бежим, бежим. Вроде все спокойно. Вроде нормально. Ой, все, выдохся. Ну и добежал ну как да. раз. Так, хорошо. Давай, пошел. Готов? Угу. Ну, вроде тихо. Хотя мы уже поняли, как тихо, да? Да.
Вот сейчас вот мы тебе вот взяли и ответили, блин, в чате во время записи серии. Да, хватит нам писать, блин. Так, теперь вышки, говоришь, тут могут быть. Так, я, пожалуй, буду ходить с пистолетом Макарова, хотя на нем, конечно, у меня всего 5 патронов осталось. Так, может, у меня, кстати говоря, в этом есть еще один. А вдалеке, кстати, вон там справа по дороге табличка, но она к нам другой стороной повернута. То есть можно даже узнать, какой населенный пункт будет. Ну, у нас карты все равно. Ой, опять что-то запись. Так, что, короче? Нет, я примерно по названиям даже могу понять. Ну, давай тогда сходим туда, это нам поможет, наверное. Так, ну вот я почти вижу, но, блин, тут стерто немного, так надо сбоку подойти. Так, давай ты меня пока прикрой, я к деревцу добегу. Так, ладно, я что-то с тобой... Хотя здесь и такая именно кладочка. Кустики. Да, вот по кладочке. Вот, отсюда вообще идеальная позиция. А, старая в ту сторону. Вот это старая, и через километр шаховка. Шаховка это в сторону наверх карты, то есть там к какому-то городу и к Хельму. А нам надо, значит, сейчас налево более двигаться. Ну да, уведи. Ты у нас, я смотрю, карту маленько изучил. Когда-нибудь я также буду ориентироваться. Так. Ну, то есть я говорю, когда бегал, я почти всю карту пробегал. А я наугад бегал почти. Все равно особо-то ничего не запомнил. Но наугад это клево. Я вот тоже сейчас многие места, если появлюсь, то как бы вообще не пойму, где я. Ну, вот так чисто, что примерно так, хотя блин, бы знать, куда идти. Так, блин, я не прикрываю. Давай до опушки добегай, а потом я побегу. Потому что, блин, мы... Сейчас я посмотрю старая шаховка, а там еще две каких-то вывески, непонятно, куда идут. Нам жратву надо давай найти. Вот что нам точно нужно. Потому что у нас последнюю банку сожрал ты. Так, у меня что-то опять проблемы с соединением. Только зомби нашли. Да, то же самое. Так, выходим на опушку. Да. Блин, этот холмик мне не нравится. Да, блин, за него нифига не видно, что там. Но там дорога, видимо. Тихо. Или это птица с дерева слетела, звук был. Я вижу... Красный ты... значок уже. Ну, у меня он давно уже такой. Еще мне видео человек кидал, где он там буквально на 5-й минуте игры в заначке нашел Волгу белую на ходу, представляешь? Ну, кому-то везет, а мы уже... Почти блин... с полным баком. Кстати, дорога поворачивает. Я, по-моему, это место играл, когда я просто в арму вторую играл, там миссии за спецназ. И по ней тут патрулировал УАЗик, по-моему, а мы в ночи пробирались там. Поэтому вроде как знакомое место. Блин, походу мне уже на английском пишут. Хотя, может, и не мне. Так, что там вдалеке там? Что там вроде нет. Так, Джек Шепард, я тебя потерял. Нам часто говорят, что мы теряемся, но что-то мы с тобой опять потерялись. Ты где? Так, там зомби и какой-то туалет. Я чуть вперед прошел, до дорожки этой. Кустов я. Вот тебя грохнут. Видишь меня? Да, вот да. Он я. Тебя грохнут, будешь без сознания лежать и будешь мне на пальцах объяснять, где ты находишься. Или я наоборот. Ну я думал, что ты за мной передвигаешься. Так, ну что, давай веди, куда дальше идем. У тебя персонаж прихрамывая идет. Он у меня вообще не двигается. Ну вообще не... Вот там слева куча зомби какая-то. Так, тихо. Деревушка. Че это за шум? Мы что, обратно к берегу, что ли, приближаемся? Почему там шш такой? Шум прибоя. Не знаю, ну что... Слышишь, да? Ну, шум прибоя слышу. Че еще тут? Так, пошли. Ну нет, тут не прибой, это, наверное, листва. Мне кажется, прибой. По дороге пойдем? Или как? Нет, мы сейчас перейдем через дорогу и вон в тот лес поднимемся. Ну ладно, пойдем. Давай, иди, я тебя крою. Через дорогу перебежишь, у елочки сядь, и потом я побегу. Елочки? Тут нет елочек. Здесь вообще хвойных нет. Да слева вон вдали елочки. А. Ну давай, я около елочек сяду. Редрик Шухерт, Винчестер нашел. Винчестер хорошая пушка, мне бы эту пушку. И где-то, наверное, пару коробок патронов к ней. Так, все, я сел, беги. Да, там куча зомбаков, ничего нет. Блин, я тоже находил Винчестер. Ну, то есть я нашел, вот помнишь, я тебе говорил крепость.
лежала снайперская винтовка и винчестер. Я не знал, что выбрать. Думал, что у тебя-то вообще оружия никакого не будет. И поэтому взял снайперку. Ну, с двумя снайперками... Оказалось, что мы два теперь. С двумя снайперками это не вариант. Они, блин, вообще офигеть, какие громкие. Мы недавно убедились в этом. Да. Еле ноги унесли. Ну, мы познаем игру сами, как бы. Сами ошибаемся, учимся на своих ошибках. То есть, по-моему, вот это самое интересное. Ну да. Они как можно дольше кто проживет и как сколько кто хедшотов и киллов сделает. Блин, вот ты меня сейчас опять будешь пинать ногами, но, по-моему, мы к берегу возвращаемся. Типа, у нас опять Сусанин завел. Потому что идет понижение ландшафта. Идем к берегу. Ну ладно, я все, я не буду возбухать, куда приведешь, туда приведешь. Потому что я сегодня точно вот, если мне дать вперед идти, то я буду кругами ходить до посинения. Потому что у меня вообще, блин, я сегодня и ночью мало спал, и блин, пришлось и физическим трудом позаниматься. Поэтому я сегодня вымотанный. Ну да, пятница, день такой. Потница. Попница. Да. Прикрывай мне попницу. Так, вроде спокойно. Вообще место такое глухое, так что здесь есть только опять военные зомби. Да. Из воздуха откуда-нибудь появятся внезапно. Они не из воздуха, они вот именно что рядом с этими вышками обитают. То есть типа охранники. Угу. Нам вообще нужно к старому собору. Мне говорили, там и прибор ночного видения, и СВД находили, и М4 с глушителем. Да, старый новый собор где-то должен быть в той стороне. Если мы вот как бы не особо с курса не сбивались. Хотя, думаю, уже сбились, наверное, раз пять. Так, ну давай я с тобой иду. Ну вон туда передвигайся, я просто думаю, что лучше один передвигаться, другой смотрит и вот так вот. Нет, ты давай, знаешь как, ты добегай до куда-нибудь, останавливайся, потом я буду к тебе подтягиваться, и ты по новой дальше будешь идти. Просто что? Да, потому что я просто ведь не знаю, идешь ты за мной или нет, а то вот так обычно мы и погибали. Пошел. Чтобы просто вместе не бежать, потому что если одного снимет, то я хотя бы могу тебя, допустим... Говори, пошел, когда добежал до куда-нибудь. Все, иди. Чтобы этот... Я мог тебя там, допустим, в чувство привести. Отомстить. Потому что вот, когда нас с тобой убили, если бы я пошел, если бы я понимал, где ты вообще находишься, где враги находятся, ты иди вперед, я дошел уже. Да подожди, там... А, это заяц. А, зайчонку испугался. А я тебя пошел. Потерял? А я тебя потерял. Короче говоря... Иди прямо. У меня персонаж там был добитый, ой, не добитый, они подбежали и... Два выстрела контроля. Да, сделали. Тебя просто в голову застрелили. Я просто когда... Ну, твоя фраза, во-первых, вообще всех убила, просто наповал в комментариях. Нет никого, да? И через 5 секунд меня убили. Я-то, кстати, думал, что ты не направо завернул к дороге. Иди за мной. Вот, не направо завернул к дороге, а что я когда завернул за... Ну, блин. За забор, я думал, что ты за мной пошел. Или сидишь у забора и смотришь. Ага. Иду вперед. Вот, а ты, оказывается, вправо повернул и с другой стороны дороги сел. Я, если бы знал, что ты за мной, мы бы, наверное, их распилили. А я-то еще думал, что дружественные люди. Если ты смотрел меня на канале, я начал вправо-влево крутиться. Я правей. Вот. А он в меня начал гасить. Ну. Так, вот он мы на дорожку какую-то вышли. Короче говоря, мы были на бьем. Чертовы русские в чате. Кстати, такой срачет по малейшему поводу, что, мол, блин, не разрешают на русском на иностранных серверах писать. Это, по-моему, бред полный. Да. На иностранных серверах есть один язык, английский, он международный. Если вы уважаете других участников, то разговаривайте на иностранных серверах на английском языке. А то, что там дискриминация, фашизм, это, конечно, блин, смешно, но... Ёлы-палы, блин, это, по-моему, глупо, потому что на французских серверах никто по-французски не говорит, все на английском. На немецком никто по-немецки вот не говорит. И никто не говорит, типа, там, пишите по-французски. Ну, блин, как русские придут, так все, капец. Там, и да. В ответ а потом начинают... еще говорят, а чё мы должны там как-то это, писать не на своем языке? Да вообще, короче, временами хочется взять и ударить.
Так, ладно. Блин, ты натуральный Сусанин, знаешь, вот тебе, блин, когда кастомизацию сделают персонажи, я верю, что ее докрутят. Тебе нужно будет такую сусанинскую шанку на голову, понял, чтобы она тебе очень подойдет. Чтоб так на бок еще висела, да? Да-да-да. И телогрейку. Да, и валенки. Вместо снайперки у меня там будет, знаешь, какой-нибудь этот... в виде рога, какой-нибудь там вино или коньяк налито, да? Нет, чисто такая этот... Я такой... Охотничье ружье заряженное там. Солью. Да. И бегать за мурков гонять. Хватит, сволочуги, помидоры на огороде тычь, да? Всех перестреляю, сволочей. Так, показалось. Но самое главное, что мы не у дороги. Если здесь где-то есть бандиты, то это, наверное, какие-нибудь психонавты, которые любят природу и тут с деревьями сидят. По-моему, хорошо, что мы двигаемся и хорошо, что нас не видят. Ну, как бы хорошо, но, блин, еще бы понимать, куда мы идем. Меня печалит, что у нас патронов мало. Я надеюсь, мы сейчас найдем какой-нибудь амбар опять, вот такой полузаброшенный, как тот, в который я мародерствовал. И найдем там хотя бы... Ну... Да, в котором ты мародерствовал, полузаброшенным. Сколько ты зомби убил? Ну, я их убил, по крайней мере, и новые не прибежали. Возможно, конечно, новые не прибежали, потому что... Там вот этот парень... Другой был. Человек там отстреливался. Ну, возможно, потому что они все к нему бежали обниматься. Ну, короче говоря... В итоге у нас стало на два магазина... Ну, по-моему, где-то... Да, больше. По-моему, где-то в середине карты должна быть такая большая лесополоса. Так что, по-моему, мы идем все правильно. Да здесь по всей карте эта лесополоса идет. Давай, жду тебя. Так. Я буду подальше от тебя держаться. В лесу, конечно, это не очень умно, потому что мы сейчас потеряемся нафиг. Но... И не, я слежу за тобой и иногда слушаю, куда ты идешь. Это уж. Так, все, из леса выходим. Давай. Поганка опять. Да здесь этих поганок. Просто офигеть сколько. А где интересно, они будут реализовывать сбор грибов там в лесу? Ну, как бы обыкновенных, нормальных, не галлюциногенных. Да здесь вообще потенциал это куча. Расти и расти, можно столько всего докрутить. Так что радуюсь, что это альфа, и будем постепенно смотреть на всякие новые приколюхи. Вот когда вот эта колба появилась, мне уже стало любопытно, что с ней будет вообще, с этой колбой связано. Да. Мне говорили, что заражение, тебе говорили там, что это, я уже не помню. Ну да, что этот, простуда. А, точно, да, типа там в дождь, если идешь, то ты можешь простынуть. Да, простудиться. Ох, так. Во, мы вышли, там впереди какой-то дом. И Гуглова, все правильно, чувак, я нас правильно привел. Гуглова в середине карты, и если нам дальше идти от Гуглова туда наверх, то мы придем к старому и новому собору. А как ты понял, что это Гуглова? А там написано, табличка, ты не увидел? Табличка. Вот прям на дом наведись, и чуть правее от него табличка Гуглова. Так. То есть Гугл, он нам везде помогает. Ага, все, увидел? Нашел, увидел. Вот. Там куча уничтоженной техники. Давай, что ли, блин, не хочу по этому полю бежать. Так, ну надо от деревца к деревцу по спринту. Так, я вон к тому дереву дальнему побежал. Я думаю. Вон там он, наверху. По спринту два раза вперед нажму. Добегу, и потом ты побежишь. И потом как-то оттуда уже будем выдвигаться. Давай. Так, я пошел. Угу. Короткими перебежками. Так, сейчас я осмотрюсь, что у нас здесь вообще. Вроде бы. На пригорке. На пригорке вроде как спокойно. Так, все, можешь идти. Вроде спокойно все. Хруст какой-то был. Не знаю, вот тихо. Опять? Это я только что побегал. Нет, тут
Звуки леса, наверное. Так, Так. дорога Гуглова. В сам Гуглова я не знаю, стоит заходить, нет? Сейчас я вот к этому дереву, который поближе к нему, перебегу и попробую оттуда Давай. рассмотреть. По-моему, там должен быть довольно-таки мизерный населенный пункт это. Ну, зомбари-то Хотя... хватит, я думаю. Главное, что Да. есть так. Ну, а нет, смотри, 226 зомби всего лишь. Но одного я уже там вижу. Мне знаешь, я думаю, как сейчас работает вот эта вся система. Прикрывай меня. А, то, что подходишь к населенному пункту, начинаешь стрелять, и зомби просто начинают, ну вот на карте видел же, да, бац, и быстро цифры прибавляются. То они просто, ну, респятся в этой зоне. Ну да, что-то... Около там 10 штук, допустим. Это скоро пофиксят, кстати говоря, если всех сказали. Уже... То есть так Что много... сказали? Еще раз. Сказали, что это пофиксит, то они не ожидали, что так много зомби будет спауниться и убавит постепенно количество. Да. Потому что это натурально уже А я, временами блин... нереально Да. становится. Надо около 20 патронов потратить, чтобы потом там один рожок найти на 8 штук, да? Блин, мне было самое главное понимать, в какой дом я смогу зайти, в какой не смогу. Потому что, блин, просто так вот Да. сейчас идти туда, в это Гуглово, с 5 патронами для Макарыча, это не круто, по-моему. А со снайперки выстрелишь, так человек 10 на тебя побежит сразу. Да. Так, перебежал дорожку. Давай к деревцу, он под тень. Большому. Четырей. Сейчас он не хочет. Ты идешь в забор. Право ответвление. Так, давай, пошел. Давай. Да, надо было по времени все-таки, я думаю, смотреть. Ну, я так смотрю, сейчас... В принципе, уже полчаса мы пишем. Ну да, Гуглова тогда осмотрим. Начнем оттуда выходить и угу. закончим. Но я не уверен, будем ли мы его осматривать. Потому что вот я вижу раз... Ну нет, в смысле издалека. Раз, два, три, четыре. Он ходит, да. Четыре как минимум я вижу. И вот этот дом, в него точно нельзя зайти. Вон там есть еще какая-то избушка. Еще два. Остановка какая-то. Правее, что ли? Он ползу. Ползун и... еще. Видишь, слева от Может, нас, слева через обойдем? Дорогу, вдалеке, там 5 деревьев стоит. Да, говорю, может, туда? Ну, давай вот я сейчас туда побегу, а потом ты туда побежишь. Давай. Так, это зомби идет, мне показался человек. Зомби не главная проблема в этой игре. Да. Ты, правда, немного не туда убежал, куда я рассчитывал. Ну, да ладно. В итоге убежал. Так, пошел. И подожди, осторожно, там Давай. Около тебя. Ты меня, правда, не увидишь пока что. Не очень далеко от тебя пара зомби, поэтому ты в приседе беги лучше. Я знаю. Ты как-то сначала к тем деревьям пошел, что ли? Который подальше. Я просто за пригорком держу, чтобы они меня не увидели. А. Блин, я как-то опасно стою. Вот сейчас, если рядом со мной кто-нибудь вдруг есть. Хотя не должно быть, я вроде внимательно все осмотрел. Ну все, вижу тебя. Я под деревом. Сзади вроде чист. Так, я не знаю, что с этим Гугловым делать. Что за звуки? Это у тебя? Трава только шуршит. Нет, у меня какой-то посторонний шум. Блин, эти птички еще отвлекают. С этой стороны хреново осмотреть, потому что с этой стороны пригорок. А прям вот за пригорком там... Вперед, чуть вправо посмотри. И ползун, и прыгун сразу. Двигаются. Куда они идут? Смотри, у них прям компаш какая-то. Сейчас вроде отделились. Да, смотри, один за другим. Друзья же, чё? Ну, такие же, как мы, только мы с тобой еще живые пока что. После смерти также будем в виде зомбаков ползать, да, друг за другом. А, да. Куда ты меня ведешь, Сусанин? Да там человеченка есть, я тебе отвечаю. Так. Я не думаю, что туда Блин, идти сейчас странно, хорошая что они идея. Тут так встали.
Смотри, слева еще идут. Раз, два. Вот-вот, я говорю, что-то они как-то нас тут окружают. Так. Давай тогда еще туда, вон влево пройдем. Давай, пройдем. Так, я пробегу, ты за мной. Для начала тогда. Давай, может, чуть-чуть назад отступим. Вот к тем деревьям и закончим серию. То есть в безопасном месте я побежал. Что-то я, блин, резко сегодня как понос. Давай, я бегу за тобой. Сначала бегу, а потом, блин, справа что-то. Справа что-то. Корова вроде. Так, вот или тут, лошадь. Вот тут вроде спокойно так. Конечно, просматриваем территорию со всех сторон. Да, беги ко мне. Нет, это овечка. Ну, в принципе, вот тут вот можно... Многие люди... Так. Чем многие люди? Многие люди в комментах очень печалились за судьбой овечки, которую... Ой. Который арбалетный болт в лоб залетел. Ну, это было круто. И другой. Так, ну что, ладно, давай. Да, я, кстати, у тебя как раз посмотрел. Самый кайф был. Эффект. Прям в мозг. На этом, наверное, прекратим. В этой серии у нас было довольно-таки много событий около этого. Я думаю, ее вообще надо назвать «Битва за амбар». Это амбар был. Да. Натурально, блин, очень круто. Там такой, блин, так атмосферно это было. В следующей серии будем продвигаться дальше вглубь территории. Возможно, все-таки найдем эту зеленую гору. Сейчас нам нужно найти жратву. Нам нужно найти патрон для пистолета. И будем надеяться, что у нас это все получится сделать. Потому что у меня, честно говоря, уверенности нет. Ну да ладно. Да. Давайте попрощаемся. И, в принципе, увидимся завтра. Нет, подожди, какой завтра? Эта да. серия у нас... Всем спасибо. В субботу выйдет? Тогда в понедельник увидимся. В понедельник. До понедельника, друзья. Да, до понедельника. Удачи вам. Всего хорошего. Пока.